Друзья, всем привет! Сегодня будем закупать технику для нашей фирмы. В прошлой серии мы построили все для животных, то есть у нас были фермы, курятник. Сейчас нам нужно купить животных. Купим трейлер для перевозки животных, ну и как бы тягач для того, чтобы тянуть этот прицеп. Дальше отвезем этих животных к нам на ферму, разместим и уже непосредственно начнем заниматься сборкой урожая, потому что нужно чем-то кормить наших животных. Так, животных отвезли, теперь нам нужно купить низкую платформу для того, чтобы перевести комбайн на наши поля и будем собирать пшеницу. Пшеницу мы стекуем в тюки прессом. Ну и в принципе потом все перевезем на ферму, разместим там скошенную пшеницу, из бункера загрузим какую-нибудь фуру, тоже ее приобретем сегодня. Часть отвезем на наш свинарник со свиньями, часть отвезем в бункер. Так, ну и как просили, друзья, я купил технику класс, именно комбайн. Больше там тракторов, по-моему, не нашел класс, но вот комбайн, пожалуйста, как и просили. Долго думал, что купить для того, чтобы перевозить зерно. Ну и так решил, что возьмем наш советский КамАЗ. КамАЗ-зерновоз. Покрасим кабину в красный, борта будут коричневые. Верх, ну, думаю, такой черный, черно-серый. Пойдет цвет, мне больше такой нравится. Ну и прицеп, конечно, тоже. Тот же самый. Для КамАЗа-зерновоза. В принципе, на самом деле, вот эта модель мода очень хорошо сделана, мне безумно понравилась, как проработана кабина. Да и, в принципе, модель колеса загрязняется отличная. Thank you.
купили технику для того, чтобы делать тюки. Купили пресс, трактор New Holland, решил поставить его на гусенице. Сейчас все это дело соберем. Также после этого купим специальную технику для сбора тюков. Еще один трактор, склоняюсь к трактору John Deere. Ну а там посмотрим, к чему душа ляжет. Все потом это перевезем на ферму, сложим в специальный отсек, который я подготовил для этого. То есть у меня там есть небольшой такой закуток для тюков. Будем туда сыпать, если там места не хватит, переложим все ближе к нашему свинарнику. И тогда уже придется нам покупать технику для того, чтобы измельчать тюки и делать засыпку для скота. Так, ну в принципе вот как я и хотел, взял John Deere и технику для сбора тюков. Чтобы не заморачиваться с погрузчиком, решил взять автоматический сборщик. Ну и в принципе дело с ним просто намного быстрее пройдет, потому что здесь очень много тюков.
Так, ну что, мы сборку тюков с одного поля почти полностью завершили. И поле полностью убрано. Сейчас все отвезем обратно к нам на ферму. Попробуем выгрузить сюда же, куда мы выгружали прошлые наши тюки. Я думаю, должно поместиться вот так вдоль стеночки. Выгрузим. Ну и в принципе на сегодня работа в поле закончена. В следующей серии мы будем подготавливать наше поле к следующему посеву. Будем сеять, я думаю, канолу. Всем спасибо. До новых встреч.